Уже вовсю идет ремонт по улице Куйбышевское шоссе. Работа проводится в ночное время. И ремонт этот самый дорогой в этом году. В рамках этих работ будет выполнена замена бортового камня на всем протяжении ремонтируемого участка дороги. Уширение дороги, частичная замена опор контактной сети и освещения, замена светофорных объектов. В том числе один светофор будет выполнен на нерегулируемом пешеходном переходе мигающим светофором. Нанесена разметка из термопластика. Протяженность участка ремонта составляет более 1,5 километра. И на половине всей площади избавится от зеленых насаждений. На настоящий момент вдоль шоссе высажено более 400 деревьев. При этом администрация города заявила, что такую экологическую проблему они без внимания не оставят. Да, действительно, эти виды работ повлекут за собой снос зеленых насаждений. Но при этом я обращаю внимание всех жителей, мне хочется их успокоить, что зеленые насаждения будут восстановлены как минимум в 2-кратном размере. По словам представителей подрядчика, среди планируемых к высадке зеленых насаждений будут клены, барбарис, жасмин и жимолость. Но точно сказать, какие виды деревьев будут посажены, еще нельзя. Окончательный список согласуют с представителями общественных экологических организаций. 1 ноября контракт должен быть полностью реализован, и все работы завершены, в том числе и благоустройство, посадка деревьев, устройство газона. В настоящее время в рамках капитального ремонта Куйбышевского шоссе выполняется фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство ливневой канализации и очистных сооружений. Ремонт дороги на Куйбышевском шоссе должен закончиться к отопительному сезону. Несмотря на объем работ, не успеть нельзя. Нет, у них другого выхода нет. Ну как, людей без тепла оставить, это невозможно. Просто придется более интенсивно работать, если будут сроки тем более нарушаться. Это просто нарушение сроков не должно быть в этом отношении.